одна такая, одна такая. Соответствие, да. Ну, да. Какая? Там есть. Стартер у нас идут с той стороны, да? Так, стартер. На стартер у нас чего идет? Так. Миша, ты на солнце не фотографируй, не получится. А вон, от обратной стороны только. Оно мне сюда идет. Сережа, ты стой, смотри. Чего отошел? Находимся в деревне Козидеево. Сел аккумулятор, вот сейчас. Внимаемся. Ну, вы сейчас светом ехали, да? Да, все, все как положено. С навигатором. Вон, видите, ночь еще простояли. Переночевали, заведение. А где на щитке приборов еще что-нибудь показывать? Зарядку? Должна аккумулятор типа. Нет, только аккумулятор показывает. Там аккумулятор. Раньше показывал, что еще и двигатель. Сбой двигателя. Желтый. Красный. Желтый. А, ну желтый, может быть. А аккумулятор что? Аккумулятор раньше не показывал аккумулятор. Нет. Потом они отремонтировали, говорит, была ошибка компьютера. Они перепрограммировали его, нашли, говорит, две ошибки. Ну, я не знаю, какая вторая ошибка, но одна ошибка, что он показывал значок двигателя. Что давление масла. Сейчас ничего показывать. Я думал, это тоже сбой какой-то. Потому что машина ехала, заводилась легко, все было отлично. Но когда аккумулятор разрядился, тогда казалось, что это не ошибка, а